Здравствуйте. Как бороться с патологической ленью своей дочери? Подскажите, пожалуйста, лень – это процесс у детей нехватки кальция. Начните давать кальций. Также вы должны знать, что лень является фактически подтверждением того, что у человека нет мотивации, он не замотивирован. И третье. Когда у ребенка, допустим, проявляется лень, это говорит о том, что где-то есть истощение. Истощение в виде лени появляется, когда есть истощение чувственное. А где оно истощает себя? И нужно определить, и сейчас я по секрету вам скажу. Если ребенок начинает смотреть видео, и в этих видео есть музыка, которая заставляет этого ребенка очень эмоционировать, видео, которое заставляет этого ребенка эмоционировать, очень ярко эмоционировать, то скорее всего как бы обратным эффектом его состояния это будет проявление лени. Детей это истощает. Именно поэтому я всегда как бы говорю у себя в семье, нужно обращать внимание на то, насколько наши дети в гаджетах, какую они информацию получают. Если эта информация, громкие звуки, нервы, если ребенок при этом напрягается и дергается, это истощает его нервную деятельность и в дальнейшем может привести к тому, что этот ребенок будет как бы сохранять такую энергию, и это будет проявляться в виде того, что ему ничего не будет хотеться, будет все время вот такая лень. Ну вот где-то обращайте на это внимание. Я бы на время забирал бы гаджеты, не давал бы вечером в этих гаджетах находиться. Ну, нужно как-то обращать внимание. Давайте кальций.